ледовую сцену. Это фигуристка, достижение которой очень сложно упомнить с первого раза, так что называется, без бумажки. Многократно вошедшая в историю фигурного катания как обладательница первого исполненного одиночницами четверного тулупа в соревнованиях, как спортсменка, которая первая исполнила два четверных прыжка в соревновательной программе, как фигуристка, которая первой исполнила каскад 4-3, опять же, среди одиночниц, а также спортсменка, которая первой явила миру сложнейший каскад, который пока не подвластен даже мужчинам, из четверного луца и тройного риббергера. Уникальная фигуристка Александра Трусова. Чемпионкой мира.